Широко и с размахом отметили День российского флага в поселке Энергетика. Накануне во дворе домов на улице Наймушина собралось больше сотни взрослых и детей на праздник, который для жителей устроила подунская коммунальная компания. Несмотря на пасмурную погоду, двор практически полностью оказался занят детьми. Именно для них в первую очередь сотрудники ПКК организовали праздничную программу. Здесь ребятня не только из ближайших домов. Услышав звуки музыки, в двор потянулась детвора и взрослые со всей округи. Я вас всех поздравляю с этим праздником. И очень приятно, что в разных дворах нашего города сегодня отмечают его. И сегодня, и вчера уже в канун начались такие многочисленные праздники дворов. Это уже сложилась такая давняя традиция у управляющей компании. Мы очень часто такие праздники делаем не только летом, но и зимой. В программе игры, конкурсы, товарищеский футбольный матч. Подобные мероприятия, говорят коммунальщики, часто проходят во дворах 5 и 7 микрорайонов. Старая часть Энергетика до этого времени в некотором роде была обделена. Но теперь подобные мероприятия регулярно будут здесь проводить. Первый праздник не случайно состоялся 22 августа, в день флага нашей Родины. Для маленьких брачан сейчас Родина – это небольшой дворик рядом с домом. И важно, чтобы уважительное отношение к своей стране воспитывалось с уважением к своему двору. Ну, Родина, по моему мнению, начинается с того, где ты находишься, что тебя окружает. Ты сам можешь сделать свою Родину лучше, да, если начнешь с себя и подумаешь, что можешь ты лучшего сделать в своем окружении. Может быть, этот пример будет заразительный, и каждый начнет так делать, и тогда действительно Россия станет великой, могучей. Праздник длился несколько часов, в итоге здесь собралось больше сотни человек. По словам организаторов, они не ожидали такого внимания к дворовому празднику и пообещали, что в будущем такие мероприятия станут еще интереснее. Андрей Васильев, Сергей Мажитов, телекомпания «Город».